Турнир «Большого шлема» проходил в Париже с 26 мая по 9 июня. В финальном матче соревнований Елена и ее несменная напарница Екатерина Макарова нанесли поражение победительницам прошлогоднего турнира Саре Эрони и Роберте Винчи, опередив итальянок со счетом 7-5 и 6-2. Победа в Париже принесла спортсменкам по 2000 рейтинговых очков. Триумф на турнире «Ролан-Гаррос» был давней мечтой сочинской теннисистки. Да, на самом деле сезон получился очень насыщенный и успешный, и я безумно рада тому, как он для меня сложился. Всегда, конечно, хочется большего, но для меня самое главное сбылась мечта, которую я ставила перед собой, цель самого раннего детства. Также за летний сезон Елене Весниной удалось дважды стать победительницей в одиночном разряде. Один из турниров прошел в Истборне, где сочинская теннисистка обошла сильнейших ракеток мира. Несмотря на свой загруженный график, Елена Веснина уделяет внимание своим фанатам, раздает автографы и общается с начинающими теннисистками, которые, в свою очередь, делятся своими пусть и маленькими, но победами. Это бронзовая медаль. Молодец. Это первый твой такой успех? Да. Молодец. А какие еще турниры будешь, в каких участвовать? Ну, я хочу еще куда-нибудь поехать. Кстати, во время отпуска в Сочи Елена узнала, что станет факелоносцем и пронесет олимпийский огонь в родном городе 6 февраля. Со мной связался представитель нашей сочинской олимпиады и предложил, даже так спросил, не могли бы вы понести факел сочинский? Я сказала, что никаких даже не могли бы вы, я точно согласна, только единственное, что попросила, чтобы сроки были более-менее удобные для меня, чтобы я могла хотя бы не сниматься с самых-самых важных турниров и могла приехать и с честью пронести, с гордостью пронести факел нашей родной сочинской олимпиады. Отпуск у Елены уже закончился, и с завтрашнего дня она приступает к усиленным тренировкам. Впереди ее ждет зимний сезон. 1 января Веснина отправится в Новую Зеландию, затем в Австралию и далее по турнирам мира. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.